В этом видео я настрочил свой мод для Dying Light, который увеличивает число максимальных преследователей зомби во время погони в 10 раз. Ну что ж, погнали, в общем-то. Также, да, для удобства я сделал, чтобы погоня набиралась немножечко быстрее, в общем-то. Вы это сами сейчас все прекрасно видите, но самый трындец начнется на 4-м уровне погони, мое любимое. Итак, вот она, 4-й уровень погони. Собственно, пошел процесс, погнали нахер. Они у нас очень жесткие, потому что теперь спавнятся просто повсюду, и впереди за 100 метров, вон, как видите, в общем-то, полный трындец. Параглайдер, активируемся. Ох, блять, тихо, похер, я Человек-паук тогда, раз так не пошло, сюда. Капец, капец, просто, только началось, уже трындец. Тихо, передышка, они здесь не спавнятся, здесь ниоткуда. Ой, боже, боже, немножко не туда прилетел, тихо, тихо, сюда, прыгаем. Через квартиры, как обычно, вот это все. Ё-моё, капец, тут куда не побежишь, просто они тебя там уже ждут. Параглайдер, блядь. В жопу, в жопу. Так, на той крыше уже, походу, заспавнились. Ладно, похер, мы быстро. Мы просто мимо пробежим, не трогайте. Не трогайте, я молодой. Я молодой, горячий, блядь. Мне еще вся жизнь впереди. Пожалуйста, ить. Ух ты, ёбарасоте. И да, также, естественно, здесь увеличена немножко скорость передвижения этих волатайлов. Скорость того, как они, в общем-то, залазят на все эти штуки и все такое. Ну, сама по себе конкретно вот эта модификация на огромную вот эту вот кучу волатайлов, она по приколу. Сам мод будет более сбалансированным, но эту версию я тоже, естественно, выложу. Как же ее, блядь, не выложить? Тихо, прыгай. Сюда. Опять параглайдер. Давай. Ух, успел. Фух. Капец, дичь. Вообще, как бы лимит стоит на сатен этих зомби. Они когда-нибудь закончатся, потому что когда они закончатся, по сути, они уже не должны больше спавниться. Игра рассчитана на где-то 15 штук или что-то такое. Бляха-муха, у меня ж хп даже совсем нету. Аккуратно, сюда, похуй. Бежим, валим, блять. Жесть. Они еще плюются, поскольку их очень много. Естественно, вот эта вот вся штука попадает в тебя. Потому что, посмотри просто, блядь. Ух ты, ёпрасоте. Настоящий трындец какой-то. У меня уже нету хп практически. Ну, конечно, нет. Были бы у меня хилки, было бы все гораздо стабильнее, да, так сказать. Ну, блядь, как есть. Да, блядь. Сюда. Я на ультрафиолет не буду бежать, потому что это закончит погоню. Я хочу посмотреть. Я хочу, вот, чтобы они заспавнились. О, боже мой, пиздец. Сюда, давай, в жопу. Прыгаем. Я хочу посмотреть на вот это все, то, что там вон у нас есть. Вот эти все, видишь, кружочки? Это просто охренеть, блядь. Тихо. Смотри, я просто лечу. И все. И тут начинается моментальный трындец. Я просто не успеваю. Короче, суть, в общем-то, этого мода, в принципе, в этом и заключается. Чтобы просто не давать тебе расслабиться во время погони. Мне вот интересно вот на это все дело посмотреть, когда они все там заспавнятся. Как это все дело будет выглядеть, когда к ним подбежать, потому что их там реально сатен будет. Ух ты, блядь, тихо. О боже мой, пиздец. Так, повторяется маршрут, давай-ка мы его, блядь, не будем повторять. Мне интересно. Сюда. Жесть. Просто. Капец. Блядь, а он уже тут. Сюда. Сюда. Ебать. Тихо. Блять, и здесь. Моментально. Блять, сука, стопится. А, чуваки, спокойно, спокойно. Я никому не хочу навредить, блять. Пиздец. Я хочу просто, чтобы вы все заспавнились. И чтобы я на вас посмотрел потом. Счастливым и здоровым. Ах ты, сука, блять. Сюда. Пиздец. Не, это очень опасно летать на самом деле сейчас на параглайдере. То есть, ну, в общем-то, в принципе, так я и хотел сделать эти погони. Чтобы даже с параглайдерами и крюками-кошками нужно было все равно постараться. Для того, чтобы избежать, так сказать, поимки. Вот. Правда, стоит, наверное, вертикальный угол, точнее, вертикальный радиус увеличить немножко спауна. Потому что по вертикали они не так сильно спавнятся. То есть нужно прямо на землю приземлиться, чтобы они начали спавниться. Ух ты, блядь. Ну зато вот оно что начинается. Трындец полный. Когда приземляешься. Сюда. Тихо, блядь. Забирайся быстрее. Сюда. Похер, паутина. Блядь, паутина, шазам, ёб твою мать. Ведь, кстати, знали про вот это... А, ну и да, знали про этот прикол. Я вам рассказывал, типа, что можно, короче, кое-как там вот так вот сделать, хуякси, и все. И нормально. Ну, типа, понимаешь, не залазить наверх вот тут на это, на уступы, а, короче, вот так. И закон вываливается, что-то еще тут происходит. Ух ты, блядь, тихо.
Капец. Мне просто даже не хочется это комментировать, потому что это само по себе выглядит жестко, и тут комментарии ни к чему, ты просто посмотри сколько... Блять, нет, нет, не это имел в виду! Ух, сука, пиздец! Да, да, жестко, нормально, пиздец, слышишь это? Ёб твою мать, аккуратно, блять, сюда, сюда, быстрее, вниз, давай, похуй, беги, беги! А, сука, пиздец, вы видели это? Там он уже прыгал меня хватать, ебать. Блин. Пиздец, блять. Аккуратно, давай. Сваливаем нахуй, сваливаем. Просто съебывай, блять. Сюда. Сюда. А чё, если я пробегу просто через эту толпу снова? Похуй, погнали. Погнали нахуй. Ить, блять. Ить, нахуй, сука. Охуеть! Блять! Ебать! Чуваки! Отвалили! А, охуеть! Сюда! Срочно! Нахуй! Прыгаем! Свалил! Блять! Ебать! Бля, может еще жестче можно, прикинь? Наверное, попробую еще жестче сделать, да? Там сделать вообще, блядь, 1000 зомби, ну это правда. Трындец будет. Не, на самом деле здесь не столько влияет количество самих по себе зомби. Ну хотя вот это, конечно, выглядит, блять, внушительно! Да, то есть, и плюс они быстрые, я им увеличил, но я уже сказал, да, вот эту скорость передвижения всю. Но, типа, больше влияет намного именно сам спаун, и скорость спауна, и там радиус спауна. Вот это все, блядь! Пизда. Ёб твою налево, блядь! Ёб твою налево! Короче. Я сейчас подрубил тренер, чтобы просто у меня ХП были, чтобы меня просто вот это вот не дубасило, чтобы поближе посмотреть на это все. Что это, блядь? Вот они, 100 волатайлов. А, господи. Не, если к этой толпе приблизиться, то как бы мне кажется, тут уже Unreal просто справится. Что ты не делаешь? Да я сейчас с тренером не могу свалить отсюда, просто именно что уйти. Спокойно. Ебать, 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 чуваки. Чуваки. Мне кажется, вы переборщили, это ну слишком. Ну, точнее, я переборщил. Ну вы, ну, блядь, ну я же один, а вас сколько? Кстати, ФПС-очка проседает, ну, в принципе, оно того стоит, блядь, вот эта вот вся картина. Охуеть. Просто валим нахер. Блядь, валим, я сказал, давай, давай, параглайдер, блядь. О! Ну это жесть. Ты просто убегаешь, и оно тебе в любом случае хитает, хотя бы сколько-то ХП сносит. Потому что посмотри, блядь, охренеть. Приветик. Что ты хочешь, прыгнуть? Не надо. Кстати, у них анимка вот это вот проигрывает всегда, когда они прыгнуть хотят. Я вот это вот научился предиктить, предугадывать, блядь. Да. Просто посмотрите на эту красоту. Капец. Тут такая просто локация реальная, ну... Я не знаю, я просто вот фоторежим врубил, чтобы превью сделать, и не мог вам не показать, потому что... Особенно вот этот кадр. Правда, не знаю, как сфоткать, но как мне сейчас придумаю. Блин, ну это просто реально красиво очень. И свет такой, типа, знаешь, и прям, ну, ну согласитесь, кайф. FPS мало, потому что я 4К врубил, чтобы качество лучше было. Фоторежим сам, типа, не подтягивает качество, к сожалению. Нифига себе, смотри, какой кадр. Капец. Да? А чё там чел танцует справа? Ну, в смысле, не чел уже, как бы, но... Блин, капец кадр, да, ты посмотри. Офигеть, просто рандомный кадр, бля. Не, реально, ну, согласитесь, да? Мне нравится. Да? Только, наверное, чуть дальше вот так вот, типа. Смотри, блядь. Ладно, все. Интересно, вот, хотели бы челлендж? Пишите в комментариях, если бы хотели. Можно ли вот оторваться от такой погони без ультрафиолетовых зон? То есть, если вы не знали, в Dying Light 2 по стандарту, когда повышается уровень, есть какой-то кулдаун. Короче, пока он идет, ты не можешь оторваться от погони. И вот когда четвертый уровень повышается, этот кулдаун 666 секунд. Ну, в общем-то, вот. То есть, 11 минут и 6 секунд ты не можешь оторваться от погони просто так, без ультрафиолетовых зон. В ультрафиолетовой зоне 15 секунд, по-моему, или что-то такое. Если хотите такое увидеть на канале, то, в общем-то, я буду рад. Пишите, главное, да. Спасибо всем за просмотр. И если скачаете этот файл дурацкий, то не подходите ни в коем случае к вот этому черту, потому что выхода уже не будет, да.